Всем доброго утра. Сегодня 19 мая 2018 год. Нахожусь в Новой Каховке. Идем на пристань. Сегодня летим, ползем, плывем на ракете в город Херсон, в развлекательный центр, фабрика так называемая. Посмотрим, что с этого получится. Ворона сидит, караулит. Вот это наша пристань. Сейчас проходим мимо вот этого прекрасного здания, Шабо называется. Сейчас туда вниз, там налево причал для ракеты. Вот, как всегда, рыбачки. А вон уже и ракета наша ждет нас. Сейчас возьмем билетики. На простыне рыбачки. Рыбка ловится сейчас. Все, вплываем с Новой Каховки. Разворот на Херсон. Вот сегодня здесь будет чемпионат Украины проходить, вон шары видно, поводы мотоциклов, ветер, конечно, извини. Сейчас проплываем основу. Центральная основа. Основский санаторий. А это видно винзавод. По изготовлению коньяков и вин сухих, полусухих. Сейчас подплываем к Днепрянам. Вот это перевалка. Металлолом на Турцию. Пенсионаты.
Сейчас мы подплываем в село Львово, Львовские ямы. Раньше глубина была более 40 метров, сейчас точно не знаю. И покажу место, где снимали неуловимых мстителей. Глубина более 40 метров. А вот те столб, скалы, там снимали вот именно на этом бугре неуловимых мстителей. Сказочные места здесь. Наверное, Крынки, я точно не знаю, но места похожи. Самоходная баржа. Под самым Херсоном.
вот мост, который соединяет левый и правый берег Днепра. С Рюпинска на Херсон. Это какие-то бедолаги построили себе такие тачки. На Сюрюпец дорога. Ой, сколько рыбаков. Ракета уже поворачивает на пристань.
булочный какой-то. Еще один. Вот мы уже на пристани. Вот мы и в Херсоне. Приехали. Конечно, не царь пушка. При выходе с речпорта Херсонского такой ресторан, кафе Колизей не был никогда и, наверное, не буду. Вот, гостиница «Фрегат». Я, извините, назвал ее парусом. Там перепутал с другой, но будете знать. Это та же в речпорту Херсонском находится. Вот такой фрегат, что-то народу не видно или рано еще. Хочу зайти еще, здесь есть краеведческий музей, очень мощный, еще дореволюционный. Такие экспонаты классные, где-то рядом здесь находится вверху, сейчас поднимемся, посмотрим. Напротив гостиницы «Фрегат» вот такое здание. Министерство инфраструктур Украины, государственное предприятие. Администрация морских портов Украины, Херсонская филия. Вот такое здание, старые постройки, быстрее всего дореволюционное еще. Раньше умели красиво строить и надежно. На улице Суворова что-то строится непонятное. Театра Херсонского. Такие лавочки красивые с замочками, сердечками. Основатель Херсона, князь Потемкин. В Херсоне такие аллейки с розами красивые. И вот мы уже у дуба. Ему более 200 лет. Екатерина еще дабы была садили. Вот такая мощная дубяра. Такие ветки. Кинотеатр «Юбилейный». Там древние ворота, стена.
красота такая, скамеечки. Еще один дуб. Вот еще одни ворота в Херсон. Древние. Сегодня в Херсоне фестиваль тест-драйв проходит. Людей что-то мало еще. Подойдем, посмотрим. Прежде чем мы сейчас увидим замечательную шоу-программу, прекрасную, которая вас порадует по-настоящему, вы знаете, я не могу не отметить, друзья, еще один очень важный момент. Сегодня вы все оказались вот здесь, в чаше Лебединого озера, да, благодаря и при помощи безопасного спуска и вот этих замечательных ступеней, с помощью которых вы все смогли вот переместиться в то, что называется, в центр всего происходящего. Именно поэтому хочется сказать, безумно высказать спасибо, огромное спасибо команде «Лебединка Херсон» и лично Александру Спирчину за колоссальную помощь в благоустройстве «Лебединки» и в изготовлении вот этой великолепной, а главное, устойчивой конструкции этих прекрасных ступеней. Друзья, ну и сейчас, под ваши бурные аплодисменты, на этой сцене для вас настоящее шоу. Уже готовы презентовать продюсерский центр «Чудеса» со своей шоу-программой «Чудеса Диснея». Теперь переправляемся все туда. Встречайте их бурными аплодисментами. Громче, громче аплодируйте и поддержите наших участников. Совсем рядом. И сегодня сказочное событие, потому что сегодня сказочное настроение будет дарить продюсерский центр «Чудеса» со своей новой программой «Чудеса Диснея». Ну что, мы уже готовы дарить вам замечательное настроение, и потому встречайте самые маленькие участники нашей программы. Шоу-группа «Тутти Фрутти». Встречайте аплодисментами! Когда-то здесь лебеди плавали, а вот сейчас вот без воды. Херсона. Сегодня суббота, выходной. Наши слуги народа отдыхают.
Розы только еще начинают расцветать. Все равно красиво. Это улица Ушакова, главная. ЦУМ. Вот только что вышли с Херсонской фабрики. Ну что вам скажу, сарай такой огромный. Это как наших половина Сокола территории. Очень много всего есть. Можно покушать. Недорого и вкусно, сытно. Пьяная вишня у нас тут. Вот рыбка плавает. Ноги убили уже, болят. Территория большая, обходили. Такой памятник пограничный. Там. Херсон, улица Соборная. Какой-то древний, даже не знаю, здесь ни разу не был, что это здесь. Так. Херсон, улица Соборная. Раньше была Ленина. Подошли к краеведческому музею. Работает он, не работает. Интересно. Наверное, закрытый. Сегодня оказался день музеев. И музей только работает с 18 до 22 почему-то. Пришлось уйти. А очень классный музей. Он начал работать еще до революции. И такие экспонаты очень редкие, классные. И скифская тематика, и рыбы разных морей, океанов. То есть вообще очень классный музей. Вот такой памятник возле краеведческого музея входа. День уличной музыки. Фронтмен, ну правильно ж так? Не фронтмен, добре. Давайте познайомимося, як тебе звуть? Олег. Ваші оплески Олегу. Гучніше, гучніше, Херсон. О, молодець, за що публіка вже прогрівається. Скажи, будь ласка, Олеже, от стандартне запитання, у якому віці почав освоювати гітару? 18-15. Також через кохання. Ну, звісно ж, там кохання, романси, маліні, ну так все, як звісно. Там взагалі була така... Забавная история, да. Купил я гитару, хотел тоже выступать с девушкой, с девочкой. Ну ладно, и за две недели выучил там две песни, мы с ними сразу выступали, там была дикая лажа, все же. Ну знаете, я кажу, что первый блинком... Скажи, так, это... Иди, будь ласка, до нас, скажи, как тебя зовут? Меня Даша, это Аня, моя дочка. Ваши оплески Даши и Ани? Гучнейше, гучнейше, Херсон. Скажи, будь ласка, Даша, а с кем ты так связана, как это сказать? Это мой друг. Я пошла до неї. Це Лена, моя подруга, я до неї на концерт прийшла. Давайте підтримуємо, гучніше, гучніше, давайте. Я взяв тебе, Андрій, тепер, знаєте, з вами я поспілкувався. Мені цікаво, барабанщик. Знаєте, наскільки я зрозумів, барабанщики такі ж сильні, здорові. Я тут дивлюсь, такий хлопець худорлявий. Ставай, будь ласка, на центр. Скажи, будь ласка, як тебе звуть? Артем. Артем, ваші оплески Артему? Підтримуємо Артема. Скажи, Артеме, хто ти за спеціальністю? Вчитель фізики. Учитель фізики барабанщик. У нас кожна індивідуальність і кожен має свої пісні. І
є головним в своїй пісні. Давайте ми за це поаплодуємо, так? Тому що це ну, не у кожній групі, наскільки я знаю, є, що це кожен вкладає свою часточку. Вірно, далі. Та зараз ми намагаємося зібрати наш перший альбом. В нас залишилося дописати 4 пісні нашого клавішника та драмера. А скажи, будь ласка, можна назву вашого альбому так, як маленький анонс? Про що в тих піснях співається? Ну, зацікаво нашого глядача, слухача точніше. Що цей альбом буде присвячений всьому тому, що ми починали. Ми коли зібралися, ми не були одразу музичним колективом. Ми спочатку були людьми, яких зацікавило багато речей. Ми намагалися один одному допомогти розібратися з якимись речами, які їх турбували. Потім потроху ми стали музичним. Які ви нам хочете, типу, як скажемо, посвятити, а ми спочали колектив. Нас не цікавили концерти взагалі. Ми розпочали концертну діяльність рік-два, хоча кошти ще в тебе всередині. І тоді ми, коли заробили, нам важливо щось знайти для себе під час виступу, і щоб слухачі знайшли щось для себе. Ну, знаєш, так, це вірно, вірно. Але скажіть, будь ласка, як ви дізналися про цей фестиваль? Через мережі, від друзів? Як вирішили сюди прийти? Ми дізналися про цей фестиваль через Фейсбук та наших друзів, з якими вже виступали, і які цікавляться херсонською культурою і фестивалями. Тому нам запропонували, і ми з задоволенням прийшли сюди і змогли відчути щось для себе і дати щось вам. Хотілося б щось гарне. Дякую, дякую. Скажи, будь ласка, щось, одне таке питання. Про фестиваль ти дізнався, а скажи, от ви як група, от скажіть, це питання до всіх вас, от група Underside, ви тільки що стали учасниками цього фестивалю, і які перші ваші враження, і що ви можете побажати нашим слухачам? Ні, ну, no comments сьогодні не діє. Давайте, будь ласка. Впечатлення довольно-таки забавне, тому що вперше грав на достатньо великій сцені. Для мене це вторе виступлення з групою. Також я хочу сказати, що ми хочемо сказати велике спасибі організаторам. А саме, Управління культури Херсонської міської ради, Управління молоді та спорту Херсонської міської ради, Культурний центр «Україна-Литва» за підтримки міського голови Володимира Миколаєнко та депутатського корпусу Херсонської міської ради, виконуючого обов'язки заступника міського голови, начальника управління соціальної політики РУЗВІС Олену В'ячеславівну. Також запрошую до слова голову Литовської громади в Україні Далю Макарову. Зустрічайте, ваші оплески, гучніше Херсон! Дорогі друзі, спасибо, що знайшли час поприсутствовать на празднике. Он не только Херсона, не только України, но і Литви в першу чергу, тому що 100 лет исполняється. Спасибо, що поприсутствовали на празднике музыки. И мы считаем, что дружба народов песнями, танцами, культурой, обменом делегациями, а не пушками, снарядами и танками. Поэтому поздравляем вас и мирного неба над головой. И спасибо Литве за підтримку. Ваші оплески! Народна пісня «У жалю Машкалю», що в переводі звучить «За зелеными лесами». Там далеко до речі, за зелеными лесами наша родина, красивая Литва, где живут наши родители, которые помнят, любят, заботятся о нас и оберегают от всяких невзгод. Зустрічайте! Oh, yeah.
где-то нас ждет 6 часов открытия. 18 одна родимая ждет. От расписания. Так. Расклад руху. Новокаховка 7.00, Херсон 8.10. С Херсона 18. Новокаховки 19.10. Рыбачки, рыба ловится, наверное. Верховодочка, жирненькая. Класс. Две штучки туда. Вылет.